она вся пупырит. Это же Ниагарский водопад. У меня есть для тебя челлендж. По всему видео разбросаны 5 бананов. Вот первый. Если сможешь найти еще 4 и написать в комментарии, где они, я переведу тебе 1000 рублей. О, с вами бана 4! Застрял? Что вы будете в будущем? Если вы сейчас все это проигнорируете, будете бомжом. Если поставите лайк, будете миллионером. А если вы подписаны на канал, то будете миллиардером. И всем привет! Меня зовут Влад А4. Я заперт в тюрьме из пупырчатой пленки. Мне кажется, это снова проделки клоуна. Пацаны, вы тоже тут? Просто на нее посмотрите. И она вся пупырит. Когда этот ролик выйдет, я обязательно ему лайк поставлю. Я буду сражаться до конца. Все верно, мои сладкие пирожочки. Вам нужно пробить 100 слоев пупырчатой пленки. Время пользования инструментом устанавливаю я. Все-то понятно. Да. Алло, гараж. Да, да, да. Это бесполезно, пойду. И время начинать веселуху. Должны с помощью нажатия на дозатор опустошить банку с мылом. Все готовы? Да. Да. One, two, three. Какая интересная техника. О, прикольно. Влад. Техника бешеного кулака, да? Давайте посмотрим поближе. Так, так. Ой. О, посмотрите на эту машину. По секрету, ты немножко опаздываешь. Влад и Кобяков, они прямо там толдычут. О, тут уже Ниагарский водопад у нас какой-то. Вы посмотрите, Кобяков явно лидирует. Сегодня победу я не знаю еще. Клоун, готово! Стоп! Вы посмотрите, Кобяков первый! Уже все, не текет. А значит, ты второй. В этом челлендже у Кобякова вот столько мотивации. У меня очень устала рука, потом меня еще и клоун расстроил. Тебе скатерть самобранка, Кобяков. Выбирай. Спицы. Отлично. Чего? Будет круто работать. Вот это да. Можно вот так вот. Просто на краба похож, буду кусать и щипать. Молоток против пупырки? Да. Блин, он же вообще никак не поможет. О, тут у нас мистер Молоток. Вы посмотрите, что делаешь, Влад. Выхожу отсюда. Так, еще 30 секунд. Время закончилось. Сломать эту штуку я могу минуты две. Фу, потом уже руки просто отваливаются. Я, в общем, сделал такое нормальное отверстие. Кобяков недооценил этот инструмент. Какие спицы? Он что, псих? Ты должен просто намотать себе скотч на одну из перчаток. Полностью весь скотч. То же самое должны сделать все пацаны. О, с вами Влад А4, Глент Кобяков. Помоги! Глент, что за непруха? Все! Есть! А4 первый! Все! Есть! Кобяков закончил вторым! Специально этот челлендж для меня придумал. Я же в нем просто профессионал. Нет. Я знаю потенциал коньков. Смотрите, что здесь есть. Оу, май гадабай. Заточенные. Ага. Кусачки, пожалуйста. Спасибо. Давай, братюня, ты точно выберешься. Посмотрите, у меня вот здесь еще вот такой вот шип. Это же кусачки, а не бита. Я тебя сейчас накачаю через заднее отверстие, понял? Не понял. Вырываю, а потом дорезаю. И кто будет последним? В итоге это получит наказание. Я снова вижу улыбку на твоем лице. Ага. Уже вот прям сюда залажу, почти целиком. Мне кажется, уже где-то половину я прошу. Мы уже где-то половина слоев пробита. А что это такое? А? Твои колготки из ролика про детский сад. В этих колготках я спрятал 2 шарика. Пум-пум-пум. Вот ты с ума сошел. Держи колготки. Поехали! Так, 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 так. Готово! Выступает. Стоп! Ой, прости. Ну там ладно, минус секунду тебя. Я уже все слышал. Давай, ставь свой секундомер и начинаем. С начесом, что ли? Ну, я потом заберу, не порви их. Бинго! 26 секунд! У нас новый чемпион! Забрал колготки. Так у меня такие же показать. Да, давай. Да, как будто я так когда-то делал. Это называется шиза. Справился за 26 секунд. Я слышал! 27 секунд, ты уже второй парень. И все, можешь не заканчивать, ты проиграл. Бум-бум, занавес. Я уже впереди. Это капец. Каждый предмет просто застрянет в этой пупырке. Ну, возьму молот. Какой привередливый, а? Я возьму вилы. Ага. Почему? Покачину. Что... Да, поехали дальше. Вот. Тихо, 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 стой, 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 стой. Держи, это твой инструмент. Когда увидел 3 инструмента, при помощи копья можно выйти прямо сейчас. Глент берет и забирает кувалду. Пробил! Так, прорываешь! 4, 3! Боп! Все! 1! Я думал, копье будет лучше резать, оно тупое, не добил все 100 слоев. Вот смотрите, какая прелесть! Длинные, и мне не хватало размаха, чтобы пробивать свой. А, прямо как страус. Идем дальше. Легендарная татуировка А4. Здесь что произошло? У меня тоже голова вылазит! Я знал, что он сработает. Здорово, отец. Ты должен натыкать в эту картошку как можно больше трубочек за 30 секунд. Поехали!
Удобно брать. Стоп, время! Считаем. Считай сам, мне лень. 12 трубочек. Вот в таком вот ежике. Ну что, раз, два, три, поехали! Да нет, шансов нет вообще. Три. А уже две, уже одна и... Стоп, время! Всего 4. Держи. А что не тыкается? Прямо сырая. Давай больше сил прикладывай. Похоже на таракана. Стоп, время! 4. Это получается, что Влад Бумага победил! На Цуефа. Бумага, раз, два, три. Ага. И Кобяков побеждает! Yeah! Мне нужно было что-нибудь остренькое. А здесь что? Да они только на словах когти росомахи. Остается только строительный фен. Девяточку поставим и посмотрим. Я выбираю когти. Замечательно. Все, что осталось, Глент. Все, что осталось. Да. И время пошло! Выход, лол! Я пробился до выхода. Вот это... Против лома нет приема. Ты что, в Люди Икс собрался? Смотрите, с той стороны посмотрите. А часики-то тикают. Вы посмотрите, посмотрите. Отдыхаем, цыплятки. Я уже где-то 5 или 6 раз пробил насквозь. Силы уходят, а конца все нету и нету. Я жду, пока немножечко подстынет. Уже башка помещается. Посмотрите, как с моей стороны. О, вон я вижу коробочку за первое место. Еще немножко, и вы сможете. Эй. Следующий челлендж называется «Дунь в трубочку». Именно, чувак. Есть одна тактика. Давай. Нет! Обидно. 2 штанги подряд. Такого даже в футболе не бывает. 1 забитый шарик. Ну, меньше, чем у Глента, точно не получится. Главное, чтобы было больше, верно? Я еще по факту могу добить. Ну, попробуй. А, нет, не могу. Летит! И у нас исторический результат. 0 из 5. Чувак, давай. Не дуй. Выглядит легко. Забить всего лишь 1 раз, и ты будешь первым. Чей дико вортит. 5 штук я беру. В глубине немножечко так вот чик-чик-чик. Твой путь на свободу. Давай кирку. Смышленый парень. У тебя волшебная палочка из Хогвартса. Давай время, клоун, я готов. Я тоже. Ого. Побороться за свое счастье, мужик. Кобяков, ну ей-богу, ну хватит спать сегодня. Я расширяю дырку. Да, молодец. Осталось пробить остальные слои. Сейчас я, в принципе, целиком могу залезть. Подождать еще 1 раунд и вылезти очень комфортно. Я выбираю сейчас. Ты что, уже вылазишь? Кобяков, он вылазит. Застрял? О, сам, смотрите. У него же опыта больше. Порадуюсь тоже, когда ты вылезешь. Я родился. 1-е место. Остались только вдвоем, да? Еще 1 или 2, и я на свободе. Я сегодня уйду с победой. Тебе кепочка, Кобяков. Зубные щеточки в этот стаканчик. 2, 3, гоу. Я кузнечик. Был дальше песнен. Я не понимаю, как повернуть счет. Ну, главное, я это сделал. Похож на какого-то додика из фильма. Надо работать шеей. Уже минута. Абу! Слышишь, Абу? У меня злоба только на тебя, клоун. И это взаимно. Я люблю тебя. Везло, наверное, А4, что он выбрался раньше. 5:30. Ну, ты прямо спринтер. 6:35. Так нервно. Ого! Вот этот джекпот. Мачете. Даже на пилу смотреть не буду. Я выбираю пилу. Мне кажется, это идеально. Это просто какой-то чип. Посмотрите. Погнали! У тебя как дела? Пилит? Нет, не получается, ребят! Ну где он-то? Оу, аккуратнее с призами! Парень, ты не получаешь наказание, а ты получаешь! Молодец, боец! Не повезло в этот раз с инструментом. Вручать подарочек, видит твое счастливое лицо. Чек на 3000 баксов. Не в надежном месте! А чем я его открою? Я... О, футбольный мяч выиграл, прикинь. Третье место поджопники футбольный мяч. Мячик это нам. Каждого по попаданию. Прицел настроен. Очень мощно. Поляшки, печеный зашел. Глент, клоун. Если вы сейчас все это проигнорируете, будете бомжом. Если поставите лайк, будете миллионером. А если вы подписаны на канал, то будете миллиардером.